А в Семее открылась выставка керамических изделий под названием «Терракотовый микс». Ее авторы Михаил и Наталья Жуковы. Супруги уже 6 лет руководят детской студией. Экспозиция открылась всего пару дней назад, но уже произвела настоящий фурор. Мастера представили зрителям свыше 300 керамических фигурок. Это не только глиняные сосуды и скульптуры животных, но и образы сказочных персонажей. Авторы признались, что дети с удовольствием работают с глиной, так как во время занятий у них развивается моторика рук, и вместе с этим материалом они получают массу положительных эмоций. Глина сама по себе очень благодатный материал. Она впитывает энергию хорошо и отдает ее хорошо. То есть, когда человек работает с глиной, он без всяких сомнений оздоравливается. И свою энергию положительно он несет в общество. Люди, которые смотрят, пользуются этими предметами, они, конечно, получают эту энергетику.